Всем привет! И вот снова очередное нападение акулы на туриста на одном из египетских курортов. Сейчас это случилось на курорте Дахаб, который расположен совсем рядом с курортом Шарм-эль-Шейх. В Дахабе находятся одни из самых красивых рифов в Египте. Поэтому многих туристов, даже отдыхающих не в самом Дахабе, а в Шарм-эль-Шейхе, везут заниматься дайвингом именно сюда. Итак, что же произошло? Девушка с парнем купались на пляже одного из отелей. Они плавали в районе буйков и заметили, что к ним приближается большая рыба. Они не стали паниковать и уплывать, так как не поняли, что это акула, а подумали, что это тунец. Но, к сожалению, это оказался морской хищник, который напал на девушку и разорвал ей плечо и руку. Туристку удалось достать из воды, и ее тут же отправили в больницу. Когда девушка оказалась на берегу, от болевого шока она уже была без сознания. Травмы оказались очень серьезными, поэтому в больнице руку спасти не удалось, ее пришлось ампутировать. К счастью, сама девушка осталась жива, так как сама туристка оказалась египтянкой и все-таки не погибла. Инцидент не стал таким резонансным, как прошлые, которые закончились трагически. Напомню, что буквально 3 месяца назад на курорте Хургада, также на пляже отеля, на глазах у десятков или сотен туристов, акула буквально съела молодого парня. А год назад на курорте Сахал-Хашиш также было 2 нападения, которые закончились трагически. В Египте обитает 44 вида акул. И раньше тоже бывали нападения на людей. Но в последнее время они происходят гораздо чаще и почему-то исключительно на курортах. Курорт Дахаб, на котором произошел нынешний инцидент, в отношении акул считается самым безопасным, так как расположен он в тупиковой части Красного моря и акулы туда практически не заплывают. Но, как стало теперь очевидным, от нападения акул туристы не застрахованы на любом египетском курорте. Сразу же после того, как акула атаковала девушку, береговая охрана попыталась подстрелить эту акулу гарпуном. Охота продолжалась 2 часа, но не дала результатов. Акула ушла на глубину. В ближайшее время все пляжи вокруг будут закрыты. Будем следить за ситуацией, потому что все мы слышали утверждение, что если акула один раз попробовала человеческую кровь, то обязательно будет стремиться повторить это снова. Чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь на наш канал «Мечта путешественника». У нас всегда самые актуальные туристические новости и интересные обзоры. Нажимайте на одну из конечных заставок и смотрите следующее видео.